Кореневский карьер ждет масштабное преображение. В зоне отдыха продолжаются работы по комплексному благоустройству. Первые шаги реновации были сделаны в 2019 году. Тогда на территории водоема обустроили тренировочную базу для гребцов. Как в будущем будет выглядеть излюбленное место жителей городского округа Люберцы, узнал наш корреспондент. Новые входные группы, пляжная зона с веревочным парком, лыжероллерная трасса, наружное освещение, детские игровые площадки и аттракционы. Обычная территория вокруг водоема станет комфортабельной площадкой, где в любое время года можно будет заниматься различными видами спорта или просто отдыхать. Пляжная зона повышенного комфорта, ну, с так называемым гостиничным комплексом, либо туристическим центром. Пляжная зона с веревочным парком – это как раз пляжная зона со стороны улицы Озерная. И по всему периметру будет выполнено устройство лыжероллерной трассы всесезонной. Планируется, что у нас будут выставлены так называемые локации для занятий детей, семей разного рода направлений. От творческих до физкультурно-оздоровительных. Но все новое всегда вызывает вопросы. Чтобы ответить на них, на территории карьера устроили встречу с жителями. Они интересуются, насколько безопасными будут новые объекты и повлияют ли работы на экосистему. Один из вопросов коснулся качества воды в карьере. На прошлой неделе в начале мы сдали в лабораторию пробы воды и почвы. Отвратительная микробиология воды. И на основании этих результатов, так называемых протоколов обследования воды, поступят документы в Роспотребнадзор, который на основании этого вынесет решение, можно купаться, что, скорее всего, нет. В настоящее время процесс благоустройства идет на пляжной зоне. Большая работа запланирована и вокруг нее. Обустройство парковочных мест и асфальтирование дороги, ведущей к водоему. Этот этап завершится уже к концу июля. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.